ЦИК России будет презентовать информационный центр ЦИК России. Это та вещь, да, которая в день голосования в режиме реального времени позволит всем нам, избирателям, комиссиям, СМИ, кандидатам, политическим партиям, то есть всем участникам выборов и как бы, да, нашим людям, да, которые получают в реальном времени информацию о ходе голосования. И по явке, и потом, когда пойдут итоги предварительные, да, там, я думаю, после 9 часов, как Калининград отголосует, получать в том числе информацию об итогах выборов, конечно, предварительно. Вот в программе работы этого центра, да, который будет работать, повторюсь, 18 сентября, в день голосования, предусмотрено выступление. Ну, естественно, открытие центра открывает представитель ЦИК России Александра Памфилова. Да, участвуют в его работе все члены ЦИК России. На видеоконференц-связь будут вызываться комиссии областные, вот такая как наша, но мы не участвуем пока. Да, ну, другие комиссии, так, крупных субъектов, не очень крупных. А также будут комментировать эксперты, да, ход голосования. В том числе, ну, к примеру, там, к экспертам отнесен первый замминистра внутренних дел Горовой, да, Алексей Владимирович, и другие, как бы, да, представители министерства и ведомств. По мнению ЦИКа, ну, пока есть интрига, да, там некая, как это все будет, но вот они сказали, что в Европе вот такое событие, вообще центр такого уровня, он вообще впервые, как бы, да, презентуется, будет работать. То есть он аналогов не имеет.